Более 10 тысяч человек смогли принять участие в митинге, организованном движением для народа. Еще 40 тысяч были остановлены полицией на подъезде к Кишиневу. Сотни автобусов и микроавтобусов были остановлены патрульными под предлогом проверки их технического состояния. Как стало известно позже, в Кишинев прибыла официальная делегация из Греции. И чтобы не мешать кортежу президента этой страны, в Кишинев не пустили десятки тысяч граждан Молдовы. Наша съемочная группа пообщалась с пассажирами этих автобусов, которые простояли на месте более 3 часов. Запрещают пускать нас в город. Мы мирно протестуем. Мы добиваемся своих прав. Нам запрещают все. Полиция именно? Полиция, да, полиция. Как они комментировали? Почему запрещают? Ну, они не комментируют. Просто так они не хотят, чтобы мы восставали. Да, ты мне быстро дикат с тем статься ич. Я вам говорю, правда. Хоть мы бин. Нам к шумаду всем ура. Так, где кинжи дам уворяка, кто дам и шеда, кто тут на кухне сидит. Как тем статься ич тут? Care aici n-ați dovedea să treacă trasa. Ne-am făcut că noi suntem proști și nu înțelegem. Noi tare bine înțelegem și nu oprit. Nu ne-a spus nouă de delegație, nică, nu ne-a spus de delegație. Dar la deși toate vremea delegație. Poliția e legată cu dânsa, cu doamna Sandu. Aici e... Slujesc. Le plătește pentru asta că iese aici și ne face nouă probleme. De ce nu ne dă voie să ne cem acolo să vorbim? Ce nu iese el la lume? Ей президент, но я молился пентру царка, сияса. Люди говорят, что стоят уже около 3 часов и не могут добраться до города. У полиции другие цифры. По их данным, движение приостановлено было всего на 1 час. La data 27 au fost ședința primăriei, prin care au fost atenționați organizatori despre acțiunea, despre delegația oficială care urmează să fie azi în Moldova și despre inadmisibilitatea întrerii cu mijloace de transport masiv în municipiul Chișinău. Astfel, pentru a nu reclita bună organizare a deplasării delegației oficiale în municipiul Chișinău, deci a fost sistat pe perioadă de timp transportul rutier în direcție Chișinău. Dirijăm fluxul de mijloace de transport pentru ca să nu admitem ambuteaje. Cât timp a fost interzis intrarea în oraș? Схожая ситуация наблюдалась на подъезде к муниципию Кишинев со стороны коммуны Бачой. Почему не пропускают человека, чтобы он каждый свое слово дал, каждый свое мнение предложил? Не хотят пропускать, им заплатили. Поэтому они не пропускают людей, чтобы они проехали. Так оно и будет, мы простоим здесь и назад. Я хотела в Кишинев поехать и дать показать, попросить мою Санду, чтобы она вышла к нам в конце концов. Посмотрела, какие счета за газ. Я не взяла квитанцию, за свет не взяла. А сколько у вас счет? Пенсия у меня 1500. А счет? А счет 7829 лей. Понимаете? А что кушать? Напомним, ранее представители движения для народа были приглашены в примарии муниципия Кишинев. Организаторов митинга попросили перенести протестную акцию, о проведении которой сообщалось заранее. Официальная причина – прибытия официальной делегации. Апропо, никаерь, но есть и скрис, сауспус, ковини делегация европеана. Noi am aflat din Grecia, eu de ce spun europeană, pentru că noi oficial așa și nu cunoaștem acest lucru. Noi am auzit, din auzite, îmi cer scuze, din spusele cuiva, dar pe site-ul președinției, de exemplu, nu este nicio informație că mâine vine președintele Greciei. Este imposibil de amânat sau de schimbat ceva în planurile noastre pentru ziua de mâine, pentru că vorbim de delegație, sunt 50-100 de persoane, dar noi așteptăm peste 50.000 de cetățeni. Problemele lor sunt prioritare și trebuie să fie prioritare pentru primărie,
Pentru guvern, pentru parlament și pentru președinție. Представители Движения для народа заявили, что протестные акции продолжатся.